Хей, всем привет, ребята, и Капрал все приветствует вас. И сейчас здесь я нахожусь сразу с бабушкой. Мы сразу находимся уже в заранее заготовленном месте. А все потому, что вот-вот, уже скоро, совсем чуть-чуть осталось. И начнется новая серия Атаки Титанов. И так как еще ни я, ни бабушка ее не видели, мы решили объединить нашу реакцию и вместе посмотреть новую серию в прямой трансляции. То есть это будет все на японском. А так как я чудесно знаю японский язык... Уже долгие годы его изучаю, то я некоторые фразы буду переводить, наверное. Может, нет. И, собственно, сейчас осталось пару минут, и мы начнем смотреть. А сейчас пока тут идет довольно-таки странная вещь. И я просто не знаю, как это прокомментировать. Наверное, какой-нибудь японский фитнес. Трансляция по московскому времени должна начаться в 18:10. У нас же это будет 21:10. 21:10, разница в 3 часа. И, собственно, уже идет 10 час. И мы будем смотреть атаку на Титанов. Он говорит, я убью каждого Титана, всех до единого и искупаюсь в их мозгах. Ну, такого. Амикаса такая, нет, Эрон, я люблю тебя. Тоже у тебя такой есть. Да, не делай. И здесь Амикаса такая говорит, а Армин говорит, что он гей. Ну, лошади есть у них тоже. Ну, помнишь, Эрон? Он тебе помогал, у тебя еще вместе с ним руку оторвало. Да ты чё? Да, это опять они. Да, вот скажет. О, это Леви. One Love. Ну, это, короче, сейчас идет пересказ всего того, что мы видели ранее. Точнее, теперь мы вот начали смотреть. Новый опенинг. Классно, мне нравится. Тебе нравится? Да, мне нравится. Ну, боками мне нравится. О, Леви шикарный. Ну, какой. Но начало мне нравится. И мне нравится то, что опенинг динамичный, снова динамичный. А то до этого был, ну, прям ни о чем. Ну, мне не понравился. А тут прям... Адам, ай-я! Адама падает. Ой-ой, как я люблю. Там только что была трансформация, как у Леди Баг. Девушка-то такая красивая, как она к ней попала-то? Она там изначально была, просто теперь она Леви. И он здесь как зомбак сразу же меня встречает. Это тот, который на подушке. Да. Где мои сосиски? Что он сказал? Где сосиски спрашивает? Тоже у них сосиски продаются. Ой, Жанна идет со своей женой. Жить, он не женат. А вон Титан. Вот это Титаны. Да, это Титаны. Ой, какие безобразные Титаны. Я уверена, почти на 50%, что здесь очень продуктивный диалог. Так как я читала мангу достаточно давно, ну, точнее, я ее до сих пор читаю, просто некоторые главы, конечно же, я их читала давно, и я их немного подзабыла. Поэтому для меня тут немного все, скажем так, новый взгляд, потому что я эти главы уже подзабыла. Но в будущем, в принципе, я могу перечитать главы и проанализировать вместе с первой серии. Это вот они с женой пошли на войну. Я пошутила, они не женаты. Нет еще? Нет. Ну, мало ли, чем бывает так. Вот раз дружит, а потом женится. Говорит, ты меня когда спас, то я типа офигела. А, она вспоминает такое. Это мальчик, папа. Он вспоминает и говорит ей. Это он, это два мальчика, папа. Это говорила его жена. Это другое. Тоже не жена. Ой, смотри, это Эрон в детстве. О, боже мой, какой он милый. Да как он милый, обыкновенный. Так я в детстве даже ничего-то не заметила.
А вон они про море читают. Они на море хотят поехать, как ты. Да. А мне кажется, они хотят построить корабль какой-нибудь, потом уже поплыть куда-нибудь. О, он сказал арихотна. Он говорит спасибо ему. Ага, арихотна это спасибо. Арикато спасибо, да. Он говорит спасибо Армину за то, что тот подарил ему приятные воспоминания из детства. Вот, я знаю японский, арикато, вот всегда, я всегда это знаю. О, какие цветочки. Вот самое главное, красивые цветочки там. Ой, что-то он там говорит страшное. Мы пришли на болото, по-моему. Говорит, короче, мы должны устранить этих гигантов, чтобы защитить. О, вот этот момент я ждала всю свою жизнь, когда он так шах. Ну, ж какой шустрый. А это что такое? Это все они, короче, сейчас будут рубить титанов на лес. Это у них крылья, что ли, выросли? Нет, они прыгают на... На чем? На вот этих штуках, как они, пространственные УПМ. Ага, ну блин. Да, ну. А что пьем? Вон те штуки, на которых. А, это штуки называются пьем. Да. Вон Леви бежит снова. Ну крылья, Леви. Крылья. Ты смотри, у них крылья оказались. Это плащ. Ой, смотри, Маша тут говорит. Кому? Эрвин. Они прям летучие, как комары. Это погнали на них. А, они к нему домой должны, наверное. На обед. Нет, к нему домой даже направиться, чтобы попасть в подвал. Это же, это Шиганшина? Выходит, выходит, они идут к нему домой. По-моему, да, по-моему, это, они должны идти к нему домой. Подвал. Подвал, да. В подвале живут. У него дом разрушился, а в подвале, короче, скрыты великие тайны. О, вот это вот идеально. Я поставлю это на заставку. Это что такое? Это паркур. Ой, этот. Райнер Арбертович? Да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не бойся, это Эрон. Какой Эрон? Вот он. Убили его? Нет, еще. Еще живой. Вот видишь, они пограничные эти стоят. Такие трубы зеленые. Как все это значит хорошо в жизни. Это Арвин и Эрвин, да? Это вот Арвин, да. Вот Арвин и там Арвин. Это Арвин. Армин, вот Арвин. Видишь, мать. Это нет, это он говорит, типа, я нашел кружки, я такой крутой. А этот его хвалит, что он кружки нашел. Что это такое? Я знаю японский, я знаю, о чем говорить. Ну, а зачем он это кушки-то пустые? Дефицит? Ой, ну как обедные-то они. Даже кушек нету. Ну, я тоже вижу, что они ничего не едят, не пьют. Что же они живут-то тогда? Борются с титанами. И все, и так тут. Кушки добывают. А потом их куда девают? Пьют из них. Ну да, и тут она кладывает какую-нибудь. Ну, пока я не вижу, чтобы они обедали. Арлет. Он говорит, Арлет, вот к нему обращается. А, это капитан. Их капитан, знает. Да, обращается к Арлету, что я знаю японский, капитан, знаю, о чем говорю. Арлет. Говорит, иди вон туда, назад. И вы тоже идите вон туда, назад, потому что там надо идти туда. Говорит, Армин, короче, теперь будет главный. Ну как? А это, короче, Руся. Армин, мы тебя любим. Мы тебя жизнь отдадим. Женись на мне, Армин. Армин такой, я же не женюсь на тебе, женщина. Мне всего 15. Я хочу пожить для одуванчиков и найти кружки. Бедные кружки еще. Хоть бы золото искал, кружки пустые ходят, ищут. Так они эти кружки такой, куда-нибудь прибрали, в карман, что ли, куда-то. Как они с кружками таскают? Ну, походные, бывают же кружки. Все, забудь про кружки. Про военные, во время военной войны. Во время войны были кружки.
Все, забудьте. Там чуть-чуть у меня коррекция с переводом. Ты не совсем знаешь? Ну, совсем, но просто не совсем. Ты вроде на турецкий ходил, а почему у тебя японский-то показался? А там они похожи очень. Японский, турецкий. Одинаково. Одинаково. Вот смотри, он, короче, думает. Раздумья. Кружки он потерял. Он увидел лицо Титана теперь. И такой, а это его отец. Он пружки. О, стреляет. Куда? В него? Нет, в небо. Зовет всех своих. Поняла. Что случилось, говорит, армия? Да, а там на что он? Говорит, это там башка Титана, короче. Да, говорит, башка Титана. Большая башка. Какая башка? Ты же сказала, что он ей его отец. Ну, башка-то Титана. Но кого он-то тоже? Он не Титан пока. Там, посмотри, там были дачи зеленые, а потом красные стали. Красная — это тревога, короче. Интересная штука. Да. Он говорит, вперед за кружками. Ого. Это они ищут титанов в стене. Кружки. Титановские. Нет, титанов. Просто титанов. Просто титанов. На стенке. На стенке просто титанов. Просто там должны бесить. Они должны быть внутри стены. Ой, Леви, смотри, Леви, как они смотрят. Они друг прям в стене должны находиться. Да, в стене находится титан. О, что-то нашел. Говорит, идите сюда, я нашел. Ой. Там Райнер, я и забыла про этот момент. И Леви поразил. Ого, Леви шикарен. Леви такой шикарный здесь. Я так шикарный. Вот видишь, вот это вот злой человек, он превратился в черепаху. В атаке титанов потом позже будет рассматриваться другая сторона всего этого сюжета. И по сути, вот этот вот мужик, он тоже своего рода прав, но просто со своей стороны. В общем, тут каждый считает себя правым. Я не буду спойлерить, потому что это очень сложно. Мне кажется. Все. Так что они победили. Продолжение следует. Как это продолжение следует? Конец, продолжение следует. Вот так всегда. Сейчас посмотрим пейнтинг. Ой, они в школе учатся. Как это мило. А Жан смотрит на Микасу. Марка на заднем парте читает. Жан здесь невероятно красивый, вот в этом моменте. Зачем там красивый? Кровопатый какой-то. Как ты на него смотришь-то? О, в следующей серии. Татакая, говорит, короче, Татакая. Эрен будет Татакая. Какие страшные они все-таки. В следующей серии Эрен будет Татакая. О, это шикарно. Концовка. Эрен умрет. И... Привет! Милая японская реклама. Такая странная. В общем, ладно, вот такая вот была новая серия. Такая новая передача вместе с серией. Как тебе впечатление? Ну, мало кошек нашли они. В третьей серии постараются побольше насобирать. Мы еще вторую не видели. А куда они эти кружки собирают? Потому что их пить, я думаю, не очень-то и захочет. Потому что они на металлолом их собирают. Может быть, коллекцию собирают. Ну, не знаю. В стене есть титана. Что-то не так сказала. В стене титан. Они замурованы. Тени, титаны. Да. А как они там дышат-то, а? Им не надо дышать. Да надо. Они бездыханные. Да ты чё? То есть им кислорода не надо?
мне. Если вам понравилось это видео, ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на канал, оставляйте свои офигенные комментарии, обязательно вступайте в группу ВКонтакте, чтобы ничегошеньки не пропустить. Также можете подписаться на мою страничку в Инстаграме, ведь вам не сложно, а мне будет очень приятно. И да, сейчас я начну быть более активной, потому что я отсутствовала последний месяц, потому что было много дел. Да, очень много дел. Собственно, да, я буду активной теперь. Все, пока. Угу. Всего доброго. Доброго всего. Что ты еще хочешь сказать? Счастливо. Всем здоровья. Счастья побольше. И быть благочестивыми. Удачи вам. Было.